И Вострикова Андрея Евгеньевича. Лучший результат первенства России по юниорам. Третье место 2016 года. Синий кимоно Александрина Анжела. 97-го года рождения. Адепт мастера спорта. Липецкая область. Ельцкий район. Тренировался под руководством Александра Николаевича. Лучший результат первое место Центрального федерального округа. На татами номер 3. В белом кимоно Байматова Сидора. 96-го года рождения. Мастер спорта. Приволжский федеральный округ, Оренбургская область. Тренируется под руководством Шалпекова Марата Амамбеевича. Лучший результат. Первенство Европы юниоры до 21 года. Третье место 2015 года. Синий кимоно. Долгих Екатерина, 98-го года рождения. Мастер спорта. Представляет Московскую область. Центральный федеральный округ. Тренируется под руководством Матичук Ирины Николаевны, Бориса Валерия Юрьевича. Лучший результат первенства Европы 3 лета 2014 года. На татами номер 2. Бронзовый медаль в весовой категории до 48 килограмм завоевала Виктория Васильченкова.